Всем привет, друзья, с вами Алариэль, и мы продолжаем с вами наше приключение в World of Warcraft Legion. И сегодня мы с вами на Расколотых островах, а именно в Крутогорье. Итак, у нас одна из таких локаций, где мы еще не закончили выполнять квесты. Как бы до этого мы другими персонажами все это дело уже проходили, и даже не один раз. Вот, но все-таки нужно допройти, чтобы уже до конца все это дело выполнить. Гарпии атаковали гнездовье наших друзей орлов. Они хотят драки? Ну что ж, устроим драку. Вот, поэтому нам нужно будет сейчас это все дело уже допройти. В конце-то концов, чтобы отправляться дальше. Потому что я до сих пор даже на Аргус еще не попал. А это прям вообще никуда не годится. Так, что еще? Ага, ну непосредственно плотоядных птиц покосить надо. Ну, чуть я вас упустил из виду. Нужно подойти поближе. У меня нет цели. Наплечнички дропнулись. Опа, а там кладик, походу. Да, сундук с сокровищами. Это хорошо. Сходим, добудем, что там у нас. Нормально, немного ресов. Это, конечно, хорошо. Негодяй, а. Ну ладно. Так, куда я могу отправиться-то? И сюда. Есть контакт. Еще один. Годнота. Итого. Остались непосредственно сами гарпии. Слишком далеко. Ну, с гарпиями мы разберемся. Так. Вижу еще мерзавок. Не достаю. Слишком далеко. Бум. Так, хорошо. 7 из 8. Последняя осталась. Крылатые ведьмы получили хороший урок. Рад стараться. Так, а тут мне надо найти было какого-то повелителя ветров. Юлана. Пойдем попробуем найти его. Опа, сундук Крутогорья. Замечательно. Так, а вот, собственно, и повелитель, но что-то ему нехорошо. Так, тотем-то я взял. Что дальше? Ясенько, потушить пожар надо. Таким образом. В
Сейчас я, короче, все это дело заюзаю, чтобы оно у меня тут не лежало. Снарядить защитничка, да? Эх, нельзя. Жаль. Очень жаль. Пожар потушен. А чем тушить? Вижу. Бум. Было бы замечательно, если еще бы с маунта не нужно было вставать. Но это было бы чересчур круто. Нужно подойти поближе. Так, дорогая, отдыхай. Готово. Миссия выполнена. Ага. Небо ждет. Покажем этим гарпиям и рухам, как надо сражаться. Так, спасти орлов. Да не вопрос. Я только с радостью. Ну вот, собственно, и они. Орлы, я смотрю, такие серьезные, по 6 миллионов, еще и элитные. Ого. Слишком далеко. Не достаю. Слишком далеко. Надо же, кто написал, а? Нежданно, негаданно такая. Квестик да пройти. И отписаться человеку. Слишком далеко. Так, еще один орел. Вижу. Никто не выживет! У меня нет цели. Ко мне, небесный рог! Так, двигаем дальше. Оп. Помни, многие противники забывают отрывать глаза от земли. Окей.
за свечной горой! Нужно подойти поближе. Слишком далеко. Нужно подойти поближе. Мне нужна цель. У меня нет цели. Стычка на арене. Давайте попробуем. Думаю, что я, наверное, ее прям снимать не буду там, если что, потом отдельно как-то поснимаем аренку. Так, пока не будем. Ох ты, ё-моё. Не будем отбиваться от замысла. Оп, и еще сундучок с сокровищами. Беднота. Ой-ой-ой, главное только туда, наверное, не падать. Поднимемся наверх и глянем, что у нас тут. А, слушайте, я помню, я здесь, по-моему, еще ДХ-шкой когда бегал. Получите, распишитесь. Так, ну что ж, можем сдать квест. Тут как раз Лосан стоит. Так, еще один, где-то здесь. Походу, надо Децл вниз спуститься. Прыгать, наверное, не самое лучшее будет решение. А может быть и лучше. Пумц! Так, по красоте. Замечательно. Мадам. Слишком далеко. Бумс. Отлично. Всех изничтожили. Тут я смотрю, еще, наверное, какой-то рарничек поживает. Действительно. С моего братишка положим.
теперь его отправим на тот свет. Так, теперь надо быстренько сдать. А, подождите. Еще не сдать. Вторая ведьма. Где она? А, ну вот и она. Опа, еще и сундучочек. Open. Замечательно. Никто не выживет. Подойти поближе. Слишком далеко. Я стою слишком далеко. Слишком далеко. Нужно подойти поближе.
Так, откатали еще одну аренку. Вот. Тут что-то у меня там еще немного даже поапалось. Анше укажет, идем. Королева-ведьма засиделась на своем троне. Давай. Пойдем сейчас эту королеву-ведьму развалим. Ой-ой-ой, нагрел, походу. Девчуль. Где она? А, вот она. Все, ваниш юзнули, из комбата вышли. Сейчас ее завалим. Не достаю. Слишком славная была битва. Какой ветер тебя принес? Так, а чё б мне взять, хотя без разницы, у меня тут всё норм. Алиаш отвезёт тебя в громовой тотем, если хочешь. Да я думаю, мне не особо нужно. Так, что ж, друзья, думаю, на этом мы, наверное, остановимся и продолжим наш путь далее, уже в следующих сериях. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.